Hey, okay, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Quest Hunters. Короче, что я сделал? Немножко, как вы видите, я улучшил рюкзак. А я улучшил сундучок, чтобы было бы больше места. Я, короче, решил сделать так. Я буду коллекционировать шапки, оружие и... Что у нас там под следующий слот было? Нихера, да, кажется? Также, что еще я сделал? Я заточил топор на максимум. Это на плюс 6 вышло. И как вы видите, урон теперь 34. На самом деле ресурсов много понадобилось. В основном была трата это золото и древесина. Поэтому мне пришлось походить по локациям и просто поштормить. Потому что я думаю, а что будет вообще? Потому что мы ни то не затачивали. К примеру, допустим, у меня есть три алмазика, я хорошего тачи, да, хочу улучшить. Посмотрим сейчас его стату, допустим, 10. Улучшаем. Ау. Ну ладно. А, он уже улучшен был, подождите, я что-то... А, не понимаю. Как вы видите, вот у нас есть доп ячейки, сюда я вот так сделаю. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так. 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 И как вы видите, у меня еще есть слотики для того, чтобы улучшить. Ну, не улучшить. Ну, я могу еще рюкзак немного улучшить. Но там очень много нужно как кожи. Так и ткани, или что же это, я не помню. Погляну. А, ткань, да. Так, далее. Я походил насчет вот этих кристалликов, чтобы ж помаксить вещи, да. Я искал также эти кристаллики. Немножко пришлось помучиться насчет этого, но не суть. А в чем суть? Сейчас объясню. Но он сюда не побежит. Ладно, он побежал. Улучшил же я и эту херню. Блин, все равно меня дамажит. Ладно, пойду у костра отдохну. Костра я отдохну и пойдем с вами на кладбище, там, где мы были раньше. Потому что мы же с вами там не закончили с какими-то печатями что-то делать. И если вдруг там в дыму что-то будет ядовитым в этом, как вариант, мы можем с вами просто с помощью нашего с вами хила пробежать. Ничего, так сказать, не боясь. Поэтому полетели. Тут разобраться, откуда берутся зомби. Мы так с вами не разобрались. Я не знаю, может быть какая-то специальная маска против того, чтобы меня не убивало. Ладно, я решил... Давай куда-то хотя бы. Зомби. Ох, уж эти тупые зомби. Да, бро, я тут еще сюда, да, спускался. Я нашел, оказывается, здесь их. Что я про скелетов это забыл. Я нашел здесь золотые яйца, ребят. Как раз это сфера, которая нам нужна, наверное, для открытия чего-то. Так,
Также я по карте здесь, когда спускался, могилки тебя разрушал, я нашел вот что. Тут, оказывается, кусочек есть. Скорее всего, туда тоже мы с вами ходили, может быть, не ходили. Но сейчас мы это узнаем. Нет. Да, здесь. Может, мне нужно гробы на самом деле еще открывать? Не то. А не, мне сюда нужно сферы принести. А. Окей. 4 сферы у нас. 5 сфер. 6 сфер. О, нифига себе. Так, ну ладно, здесь их 3. Допустим. Последний вариант, куда я могу пойти сейчас. Это, в принципе... Вот это вот место. Туман. В принципе, хилки у меня есть. Там ловушки, поэтому нужно вдвойне остерегаться. Так, ладно. Играю только через кнопку и без мышки. Добро. Не знаю, что здесь добуду, но надеюсь, что ценное. И то, что И то, что я смогу отключить вот этот яд, потому что мне яд мешает очень сильно. Ага. Ага. Это выключает яд. Нихера. Активирую. Может быть, она просто ловушку отключает. Как вариант. А, ну здесь я был. Стоп. Не обратно через яд бежать. Вы предлагаете. Хотя, и может быть, когда я опустил эту систему, опустилась решетка, где шарики. Ладно. Типа, чтобы я сюда не ходил, я могу вернуться через... Ладно, плевать. Тук-т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 ук. Бац-б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 ац. Бац-бац-бац-бац-бац. А для чего это делаю? Сейчас мы будем с вами включать и выключать то, что еще не подсвечится. Но здесь мы с вами подсветили все то, поэтому туда можно не идти. Что здесь? Здесь тоже был проход. Здесь у нас тоже проход. О, это муштом. Хотя здесь тоже есть зомби. Но в основном-то другой. Блин. А где мне искать... Еще 3 яйца. Вопрос. Переключатель, который я не знаю, что переключает. Хотя, если я говорю снова же. Если он не яйца открыл, тогда я не знаю, что он сделал.
Я могу еще как вариант поискать камни в могилах, которые вот это я открыл. Здесь поискать, здесь нужно засветить. Сейчас разберемся потихоньку. Потихоньку разберемся этому. Да, яйца я пустил. Ну снова же. Вот так каждое нести яйцо я охренею. Поэтому лучше пускай они здесь поваляются. Потом мы будем их носить. Поэтому давайте пока что вниз спустимся. Здесь у нас ничего. Бац-бац-бац-бац. Бац-бац-бац-бац-бац. Бац-бац-бац. Бац. 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 Вопрос теперь в другом. Как мне активировать? Давайте крест-накрест попробуем. Тут как оно? Так, вверх, вверх. Пускай оно смотрит все в ту сторону, допустим. Нет. Хорошо. Что это у нас за комната? Там у нас могилки, поэтому я сюда могу пройти. Я, в принципе, так и поступлю. Так, здесь у нас могилки открыты. Вот у нас могилки открыты. Смотрите, а там засияло. То есть, сколько их должно быть? Нет, это не телепорт. А всего должно два засиять. Стоп, а нахера мне столько яиц тогда? Давайте я просто открою эти могилы, посмотрим, что здесь. Значит, он мне пендаль дал. Жалко, что они друг друга не бьют. Ладно, пускай они получают. Пендаля, я пособираю здесь ячейки. Здесь нету больше яиц. Зато яйца эти мы можем с вами отнести... Ну, три, ладно, эти яйца мы можем отнести туда наверх. Скорее всего, есть какой-то порядок, в котором нужно их поставить. И, вероятно, нам что-то откроется секретное. Ну, потому что, ну, навряд ли бы они лежали бы просто здесь. Есть вариант, как чтобы это было код к... Может, там где-то есть, слушайте. Ладно, так, добегу. О, там цветок растет.
Надо цветочек забрать. А нет, ребят, нихера, здесь тоже должен засветиться. Ну, а пока что положу их, пускай они лежат. Почему там показывают только три знака? Ну, то есть два знака. Подождите. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это ж охереть можно. А-а-а, скорее всего, мне нужно... Я, кажется, понял. Сейчас объясню, если сам, конечно, пойму. Короче, как засияло, так и положить яйца. Ну, должно засиять три, понимаете? Так как у нас три яйца. Ну, я без понятия. Давайте хоть одну сторону засветим. Ладно, давайте я звук проверю. Ну, в принципе, звук нормальный, я не знаю. Посмотрим потом. Подождите, а может эта вторая часть типа откроется мне? Тогда как мне эту разблокировать? Нижнюю часть. Вот эти чертовы головоломки. Их поймешь их. Раз. Раз засветилось. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз здесь загорелось, здесь не горит. Хотя здесь тоже точек до хера. Здесь цветок. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Только здесь головоломка. Только здесь головоломка. Все. Я не шарю. Если не шарю, ребят, мы пойдем отсюда, короче, и будем помогать тому мужику. Здесь на самом деле одно из двух. Либо нужна последовательность, либо типа того. Я типа пока что здесь, именно в врачахе, подсказок не вижу. На столбах бы как бы... Эти смотрят двое туда, эти раздельно. Ладно. Может, теперь ворота откроются? А кто его знает? Я туда бег правильно. Если ворота сейчас откроют, я их херею, потому что... А нет, все, их должно быть три. А третий у нас головоломка с яичками. Вопрос, как я должен был догадаться до этого? Начнем с этого. Тут как бы ничто ни на что не намекает. Может быть, где-то на стенах что-то изображено? Так, яйца я нашел здесь. Здесь ничего нету. Погнали в верхний левый угол.
там, где был цветок. Так, яйца у нас здесь. Мы идем вот сюда. Есть вероятность того, что там будет какая-то подсказка. Она очень мала. Здесь тоже ничего такого нету. Ладно. Тогда бежим просто. Херня в том, что я не понимаю последовательность. Какая должна быть последовательность? О, видите тактику, типа, чтобы зигзагом не бегать, просто бежишь так, да и все. Там мы отключали, мы использовали рычаг, чтобы поднять эту херь. Так, здесь валяются наши яйца. Скорее всего, где-то должна была быть другая вообще подсказка. Но я как-то все это рандомно пока что исполняю. А хотя нет, мы, скорее всего, должны знак этот сделать. А значит... А так я его делал, подожди. Сейчас попробуем так. Не сработало. Значит, я не был. Почему так? Ладно, не суть. Сделать, сделать. Только я логики не понимаю. Ну, факт того, что я это сделал. Ладно. Прикидываю сейчас. Ага, ты пришел ко мне, типа, оказывается, я игру прошел. Потому что на самом деле я вообще должен был эти ответы находить где-то. Хотя, кто его знает? Всё, все три горят. Не знаю, что там за херня, но я лучше сохранюсь. Это чё? А, это гробовщик? О, дружище, ты тоже смог меня найти, но еще рано. Не все готовы к нашей встрече. На этот раз я тебе никуда не... Так, тебе некуда убежать. Ты ждал меня? Конечно, ждал, дружище. Ты важная деталь моего плана, но ты пришел слишком рано. Так это ты тут зомби владишь? А кто же еще? Между прочим, ты говоришь с величайшим некромантом современности. Гробовщик-некромант? Зачем тебе это? Эти мерзкие людишки так и не смогли по достоинству оценить мой интеллект. Много лет психовали на меня всю грязную работу. Много лет психовали на меня всю грязную работу, чё? Закопай тут, закопай там. Я долго все это терпел, но пришло время пробудиться настоящему из силе и показать им, кто тут хозяин. Пришлось, конечно, вступить в сговор с жуткими типами, но ничего не бывает даром. И кто же эти типы? Ха, дружище, ты, конечно, имеешь право знать перед смертью, но будет гораздо веселее не рассказать тебе все карты, не раскрывая все карты. Скажу лишь, что частичка солнца дает невероятную силу, способную не только показывать
призывать мертвых, но и, например, пудрить мозги королю. А, гробовщик-некромант. И какая моя роль? Да, тот редкий случай, когда работа совпадает с интересами. И какова моя роль? О, тут все сложно. Не буду вдаваться в подробности, а в техническую сторону дела. Если в двух словах, то я создаю элитный отряд боевых мертвецов для осуществления своих коварных планов. А твоя тренированная героическое тело отлично подойдет на роль вожака. Вот только одна проблема. Ты приперся слишком рано. Ритуал еще не готов. Теперь придется твое тело в холодильнике держать, пока все не приготовлено. Так, кража солнца твоих рук дело? Не смею присваивать все славы себе, но, скажем так, моя роль была не последней. Прости мне мою болтовню с мертвецами, не особо поговоришь, но нам пора заканчивать. Это спектакль, дружище. Не знаю, по сути, но я понял, что нужно все просто атаковать. Не, если так будет, он их столько наплодит, что я... Хотя я могу от мертвяков по кругу бегать, да и все. Да, ураган мне поможет на самом деле. Но эта херня, это его щит. Но он, в принципе, может еще себе щит сделать. Ой, мертвяки. Да-да, я видел, там мне кусок солнца или шар дали, который я обычно закидываю в эти коровины. Ну, я одолел того, кого надо было. О, новая шляпа. Задание. Огненный шар, квестовый предмет. Все-таки я сделал все, что нужно было. Давайте я еще это досье прочту. Борик, Торин, ловкие ручки, солдат короля, жрец. Проницательный и мудр. Обладает пронизывающим взглядом, через активно пользующийся для укрепления авторитета. Занимает руководство пост в секретном обществе белых цилиндров. Характер скрытый. Окей, ребят, мы с вами сделали... Я не знаю, как изначально вообще сюда нужно было попадать. Но факт остается фактом, что походу мы один шар нашли. Для чего-то. Хотя их здесь довольно очень много, везде валяется. Я мог взять любой. Ну, почему-то что-то пошло. Нет и нет, ладно. А зачем хилис я могу у костра там отдохнуть? Как я прибегу? Факт только того, что теперь мне нужно... помочь тыквику. И чтобы мне сказали, как отправиться к королю. Ну, не королю, а к этому. К болотам. Отправиться в болото. Хотя я мог бы и успеть его убить.
Ну что, вот я примчал, в принципе, вора. Давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.